Стая собак напала на школьника. Инцидент произошел в металлургическом районе. Бездомные псы гуляли в районе шоссе металлургов. Животные набросились на 8-летнего мальчика, когда он шел со школы. Повезло, что собаки не загрызли ребенка. Он сумел от них отбиться. Сегодня в 10 утра напали на моего сына. Ребенок шел с занятий, не покусали, но напугали очень. Убегал от них 300 метров, пока не отстали. Теперь боится выходить на улицу. Собаки большие, напугают кого хошь. Тем временем в социальных сетях сообщают, что стая псов уже давно беспокоит местных жителей.